Экологическая ситуация в Хакасии ухудшается ежегодно. Регион стал заложником угля, который сам добывает и сам же им отапливается в осенне-зимний период. При использовании печного отопления в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества, как оксид и диоксид серы, сажа, бензопирен, которые очень значительно снижают качество атмосферного воздуха. На данный момент экономический эффект от использования черного золота несопоставим с надвигающейся экологической пропастью, в которую стремительно катится республика. Рост числа заболеваний органов дыхательной системы, онкология, обострение хронических заболеваний – прямое тому доказательство. Нам, абаканцам, нам стал знаком такой термин, как режим черного неба, о котором мы раньше слышали, по примеру, лишь города Красноярска. И, конечно, это очень серьезная проблема, которая влияет и на нашу экологию, что впоследствии может сказаться и на здоровье. То есть для ее решения необходим комплексный подход. И поэтому действительно вопрос газификации, он имеет актуальность. Это может быть одно из решений. Конечно, можно использовать для отопления разное ноу-хау. Бездымные дрова и пеллеты, но они лишь отчасти решат проблему экологии. Экономического эффекта от них ноль. Это дорого, так же, как и электроэнергия. Привозной газ пропан в два раза дешевле и сопоставим по цене с углем. Но все это не идет ни в какое сравнение с ценой на голубое топливо из трубы, которым давно греется вся европейская часть нашей страны. Оно стоит в 14 раз дешевле и практически не несет вредной нагрузки на атмосферу.